Димка, что с твоим настроением? Грустно. Дождь везде не идет. Ярослав, а ты почему грустишь? Вот оно что. Когда возникают конфликтные ситуации или детям сложно справиться со своими эмоциями, можно обратиться к психологу. А если Геннадий, психолог, расскажите, пожалуйста, нам подробнее. Конечно, ребята, с удовольствием все вам расскажу и покажу. Меня зовут Олеся Геннадьевна, и я работаю педагогом-психологом в детском саду номер 44 Андрейка, города Отрадное. Я молодой специалист. Но несмотря на то, что в профессию я пришла не так давно, это был осознанный выбор. Главная миссия педагога-психолога – не только дарить детям свою любовь, но и вовремя помочь в решении пусть и их маленьких детских, но проблем, для того, чтобы они не переросли во взрослые комплексы, ведь именно в детском возрасте закладываются основы гармоничного взаимодействия с окружающими. Мульттерапия – удивительный инструмент. Она позволяет раскрыть творческие способности ребенка, помогает ему преодолевать страхи и неуверенность в себе, то есть дает возможность комфортно чувствовать себя в окружающем мире. Также воспитывает усидчивость и целеустремленность. Дети, погружаясь в мир фантазии и сказки, оказываются по ту сторону экрана и своими руками оживляют свои самые неожиданные и необычные фантазии. Песочная терапия – это один из методов психотерапии, как способ общения с миром и с самим собой. Ведь дети через игру с песком учатся налаживать взаимоотношения со сверстниками и внешним миром. Здесь мы можем выражать свои эмоции. Это способ снять внутреннее напряжение, переводя его в бессознательное, то есть выводя на бессознательный уровень, что позволяет детям повысить уверенность в себе и разрешить его психологические затруднения. Интегрированные занятия учителя-логопеда, воспитателя и педагога-психолога являются неотъемлемой частью учебно-воспитательной работы, в процессе которого у детей происходит развитие высших психических функций. В прошлом учебном году мною был разработан и реализован долгосрочный проект интегрированных занятий с воспитателем и учителем-логопедом для воспитанников старшей группы. Сказка, которая лечит душу. Сочетание логопедических и психологических занятий позволяет повысить эффективность коррекционно-развивающего обучения. Интегрированные занятия имеют структуру, предполагающую смены различных видов деятельности, при которых задействованы все сенсорные системы – слуховые, зрительные и тактильные. Также целями в моей работе является оказание психологической помощи всем участникам образовательного процесса. Тренинг для педагогов на сплочение коллектива и построение эффективного командного взаимодействия повышают взаимопонимание между педагогами, помогают повысить их самооценку и профилактируют синдром эмоционального выгорания. Совместные тренинги для родителей и их детей позволяют родителям лучше узнать и понять своего ребенка, найти точки соприкосновения друг с другом. Ведь групповые формы работы дают уникальную возможность снять ощущение единственности и уникальности собственных трудностей. В своей деятельности педагога-психолога самым важным считаю помочь ребенку уметь адаптироваться к окружающему миру и уметь взаимодействовать с ним, то есть стать психологически и социально благополучной личностью.